Доброго дня, мы из Украины. Сегодня ракетами ударили по двум университетам, по пединституту по-старому и НКИ, по-старому, как все мы его помним, который я заканчивал в 2003 НКИ и, собственно, сейчас там учусь на PhD-мастер, учился. Всего было два университета по кораблестроению на постсоветском пространстве. Это наш Николаевский и Санкт-Петербургский, Ленинградский тогда еще. Вот мне интересно, то есть они заблокировали нам порты, заблокировали море, уничтожают порты, сейчас уничтожают кораблестроительный университет, единственный, который есть в принципе. Как бы отреагировали они, если бы по Питерскому университету прилетело бы сейчас 5 ракет?